Общественный совет по контролю за качеством питьевой воды начал работать в Сергиево-Посадском округе. Инициировал создание нового органа директор водоканала Денис Жидких. Это впервые в Российской Федерации создан общественный совет с участием и администрации, и лаборатории, и общественников, профессионалов своего дела, которые будут на территории Сергиево-Посадского городского округа отслеживать, разрабатывать программы по качеству питьевой воды. И МУП «Водоканал», как ресурсоснабжающая организация в этой области, будет выполнять необходимые требования, мероприятия для улучшения подачи данного ресурса. В составе общественного совета по контролю за качеством питьевой воды специалисты водоканала, сотрудники окружной администрации, юристы, общественники. На первом заседании, которое было посвящено в основном организационным вопросам, присутствовал депутат Госдумы Сергей Пахомов. Новый общественный орган, по его мнению, должен будет поднять проблемные вопросы качества воды, подаваемые централизованными системами. При этом отметил, что финансовые возможности водоканала по реконструкции очистных сооружений систем водоснабжения не безграничны. Количество нерешенных проблем, они выше, чем возможности внутреннего водоканала, и выше, чем внутренние возможности муниципалитета. Мы тоже это прекрасно понимаем. Иллюзий быть не должно. Поэтому что я могу сделать? Да, вхождение в соответствующие программы, в региональные, федеральные. Дальше общими усилиями будем в них входить, участвовать. И тогда дело, конечно, пойдет гораздо лучше. Члены общественного совета должны будут провести мониторинг качества воды в поселениях Сергиево-Посадского округа. Результаты и предложения представят на следующем заседании, которое состоится в октябре-ноябре. Кстати, к этому времени в социальных сетях появятся и группы общественного совета по контролю за качеством питьевой воды. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».